Риза Пресвятой Богородицы, 10 веков хранившаяся во Влахернском храме в Константинополе, много раз спасала город. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей русской церкви. Русский флот князя Аскольда вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. Опасность возрастала с каждым часом. В этих условиях было принято решение спасать церковные святыни и, прежде всего, Святую Ризу Богородицы. Святую Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, а затем перенесли в центр Царьграда, в храм Святой Софии. Аскольд, заключив почетное перемирие, снял осаду Константинополя. А через несколько месяцев русские послы прибыли в Константинополь для заключения договора любви и мира, одним из условий которого стало крещение Киевской Руси. В Киев с миссией были направлены святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Аскольд принял святое крещение с именем Николай. В Киев был назначен митрополит Михаил. Русская митрополия была внесена в списки епархий Константинопольского патриархата. Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне стал таким образом одновременно праздником канонического основания русской православной митрополии в Киеве.